Stellar – главный ньюсмейкер недели. В первые недели марта лидером по количеству новостей на крипторынке сегодня стал Stellar. Во-первых, немецкий финансовый медиадом Börsenmedien AG приобрел крипто-стартап Satoshi Pay, который предлагает решения для микроплатежей и имеет совместные блокчейн-проекты со Stellar, Ergo и iEternity. Компания планирует продавать различный контент за криптовалюту. Оплачивать материалы читатели смогут с помощью кошелька Satoshi Pay. Команда Stellar готова представить бесплатные токены XLM новым пользователям платформы. Если разработчики Stellar и Satoshi Pay зарекомендуют себя на рынке интернет-изданий, то они смогут привлечь новых инвесторов, что, по мнению аналитиков РБК, позитивно скажется на курсе токена Stellar. Второй новостью стало долгожданное заявление биржи Coinbase Pro, которая объявила в среду 13 марта о начале торгов Stellar в парах с долларом США, евро и биткоином.